Здравствуйте, это улица Советская в Бресте, одно из самых любимых мест для прогулок горожан и гостей города. Все привыкли к этому названию, но никто не знает, что до этого эта улица носила еще 4 названия. Вот. А можно поинтересоваться у горожан, знают ли они, как называлась эта улица раньше. Чтобы вам было понятно, как она называлась, я вам их назову. Она называлась Миллионная, Полицейская, имени майора Ежи Домбровского, Генеральштрассе и вот нынешнее название Советское. Ну вот так 5 названий за свою историю, начиная с середины 19 века, было у этой улицы. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Можно вам вопросик задать? Конечно, один? Задавайте. Это улица Советская, да? Да. Вы ее знаете? А то вы не знаете. А я-то знаю. А как она называлась раньше? Вот не знаю. Наверное, до Советов какая-нибудь Белогвардейская была, да? Ну не знаю, так я-то знаю как. Я у вас спрашиваю, знаете ли вы историю своей улицы? Нет, мы не знаем. Саша? А что-то мне говорили, но вылетело из головы. Было еще 4 названия. Ого. Миллионная. Миллионная, да. Вот одно уже есть. А еще какая? Миллионная. Она называлась еще Полицейская. Улица имени майора... улица имени майора Ежи Домбровского. Генеральштрассе. Алло, ну я додумал. Вот. Так что, Саша, чтобы знал, как называется твоя улица. Здравствуйте, ребят. Можно один вопрос легенький? Давайте. А скажите, а как вот называлась эта улица раньше? Это сейчас Советская называется, да? Это вы знаете. А как называлась раньше? Не знаю. Не знаете даже название? Ни одного ни в голову не приходит? Это же место. Мы не здесь живем. А, поэтому не знаете, да? Здравствуйте. Девушки, можно вам один вопросик? Легкий. А как эта улица сейчас называется? Советская. А раньше как она называлась? Кто-нибудь знает хоть одно название? Честно, не помню. Еще было 4 названия у нее до этого. 4 еще было, 4. Ну, я знаю, но наш город старый, как бы, да. А вот подумайте, там же есть такие вот табличка одна возле Деда с Персии. Там написано название. Я не брестская вообще. Нет, я просто не помню именно какое, честно. Я вам скажу. И будете хвастаться, что вы знаете историю Бреста. Она называлась Миллионной, она называлась Полицейской. Она называлась улица имени майора Ежи Домбровского. Она же называлась Генеральштрассе, а сейчас она Советская. Ну да, много. Не серьезно, я даже не слышала. Вот сколько вот раз историю Бреста слышала, я не слышала, чтобы столько было названий. Вот столько названий у нее было. Так тут во многих улицах так. Это не только на Советской, тут многие улицы. Мы потом будем ну, да, делать... Ну я согласна, что как бы столько, ну и разных этих, но эту улицу, честно, серьезно не слышала. Вот до этого было 4 названия. Спасибо. Здравствуйте. Я вам легенький вопросик задам, а то молодежь не знает ничего. Объектив. Скажите, пожалуйста, а как называлась эта улица наша раньше? Вот сейчас называется Советская, да? Хоть одно название помните? К сожалению, читала историческую справку, но, к сожалению, не назвала. А 4 названия еще было? К сожалению, не жаль, помните, да? Не могу, да, чисто. Дело в том, что мы родились не в Бресте, и быстрее всего поэтому. Ну, а может мы быть. Приехали. Потому что если бы мы уже были коренные брещане, то, конечно, такого бы не было. Да еще и столько долго жили, правда? Да, да. Удачи вам. Здравствуйте. Ребят, один маленький вопрос. Можно? А эта улица как сейчас называется? Советская. Советская. А как она раньше называлась? Хоть одно название, помните? Еще было у нее много названий. 4 названия до этого еще было. Нет, я не знаю. Ни одного не помните, да? А, жаль. Брест не знает своей истории. Я не брестский. Приезжий. Мы кончимся, учимся. Польша учится? Здравствуйте, ребят. А вот такой интересный вопрос. А как называлась эта улица раньше? Я не знаю. Ну, Советская, наверное, такая. Ну, Советская сейчас она называется. А раньше как называлась? И ничего в голову не приходит? Ну, было еще 4 названия. Большая история с середины 19 века у этой улицы. Ничего не вспомнили, да? Что, где они? Здравствуйте, молодые люди. А попутный вопрос. Как эта улица сейчас называется? Советская. А раньше как она называлась? Раньше не знаю. Хоть кто-нибудь знает? История города не знает своего. Ай-яй-яй-яй-яй. У нее было еще 4 названия.
Ничего в голову не приходит? Комсомольская, нет. Не-не-не, комсомольская не было, нет. Зато вы хорошо играете на компании. Добрый день, молодые люди. Здравствуйте. Вопрос на засыпку. А скажите, вы должны все это знать, историю города Бреста. А как называлась эта улица раньше? Но кто? Кто знает историю родного города? Может, какой-нибудь Красная Армия? Или советских институций? Не-не-не, а до войны, вот военное время, при царе, она же долгая, она... это улица середины 19 века, наверное, существует. Ну, так далеко мы не заглядывали. То есть историю вы не хотите города своего знать, да? Хотите, но не знаете пока, хотите, да? А у нее было еще 4 названия до этого. Бреста? А улицы этой вот советской. Ну, как она называлась? Я вам скажу, она называлась Полицейской, она называлась Миллионной, она называлась улица имени майора Ежи Домбровского, она называлась Генеральштрассе. А, Генеральштрассе, это, наверное, при еще Германии было. Это да, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. А потом только она стала советской. Так что теперь вы историю улицы будете знать. И скажете, пойду на Полицейскую или пойду на Миллионную. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. Вот. Все, спасибо. Здесь есть говорящие памятники. Сейчас подойдем и спросим. Здравствуйте. А вот скажите, вот вы находитесь на улице Советской, да? Постоянно здесь радуете брестчан своим присутствием, как достопримечательность. А как раньше называлась эта улица? Вы можете вспомнить? Полицейская. Полицейская была, так. Миллионная. Миллионная, о. А может, еще какие-то названия вспомните? Полицейская, Миллионная, да? Ну, было 4 названия еще до этого. Ну, спасибо. Вот видите, какие у нас памятники. Знают почти историю Бреста. Ну и подводим итоги нашего опроса. Итоги неутешительные. Брещане не знают своей истории. Ну, нельзя судить по тем людям, которых я опросил. Потому что, я думаю, другие знают. Будем надеяться. Но историю города надо знать. Надо ей гордиться, какая бы она ни была. Светлая, темная, легкая, тяжелая, кровавая, светлая. Это наш город. Давайте его изучать. Тем более, что на носу тысячелетие города.